строили, строили, да не все достроили. Со временем к тому, что возвели, тоже возникли вопросы. После того, как мэрия Махачкалы начала активно сносить незаконные объекты, у ряда застройщиков появились проблемы. Сегодня одна из таких групп вышла на центральную площадь города. У собравшихся вопросы к республиканским властям. Почему сейчас, а не тогда? За что страдает простой пайщик? И вообще, если виноват один, почему должны отвечать все? Это же долевое строительство, там по 15-20 квартир страдают все. На каком основании остальные страдают? Они же добропорядочные граждане, которые оплатили это строительство, которые внесли деньги. Почему из-за одного человека они посчитали, что можно сделать вред стольким людям? Кто-то же должен это компенсировать. Часть застройщиков признаются, правда, не на камеру, что не все так ладно в их хозяйстве строительном. У кого-то не в порядке документация, не все стройки отвечают и нормам градостроительства. Многие из них стали жертвами обстоятельств. Вопросы решались одними, но тут пришли другие, которые начали по закону. Но мэрия Махачкалы и дальше намерена сносить в законном порядке незаконные объекты. Данную работу мы проводим в отношении тех объектов, которые непригодны к проживанию и на которые, как я ранее отметил, имеется решение суда о сносе. В рамках судебных слушаний по многим из них проведена экспертиза, и они непригодны к проживанию. Конечно, человеческий фактор мы не исключаем, что люди страдают и терпят какие-то убытки, застройщики теряют денежные средства. Также уверяем жителей города, что выполняя эту работу, как бы мы не получаем никакого удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы уменьшить количество обманутых дольщиков и уменьшение числа незаконных на квартирных домов. Желание властей навести порядок в градостроительной отрасли вполне понятно. Но тут возникает вполне справедливый вопрос. А как быть рядовым пайщиком, многие из которых вложили последние сбережения в каркасы? Кто им будет возмещать ущерб? По федеральному закону это должен сделать застройщик. Но как он сможет вернуть миллионы, залитые в бетон? Вопрос риторический. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.